Всем добрейшего времени суток. Я вот как по-моднему жарю с утра хлебушек себе. Ну, конечно, нужно отбить оскомину, да, как говорится, и кофеек. Кофеек — это святое. По утрам я без кофе не живу. Машина работает хорошо, с техникой СМЭК я довольна. Хотя это не экономная техника, но тем не менее я довольна. Мне нравится цвет, мне нравится дизайн, мне нравится, как она, ее функциональность, скажем так. Нет никаких проблем. Немножечко хлеб пережарила, простите. Пытаюсь заставлять пить себе смузи. Здесь у меня сельдерей, я не помню, что оранжевый. А, морковка, яблоко и киви. Греночки, кофеек и мед. Мои витамины D3, одна капсула в день. Я не хочу преувеличивать. И вот такой вот селен у меня тоже заканчивается. И вчера купила себе феру. Железо, витамин С и B9 тут в комплекте. 5,60 стоило. Так, булочка с медом и с маслом. Красота. Мы с мамой вышли погулять. Лохматая она. Накрасилась, накрутилась лохматая. Конечно. Мы с мамой вышли погулять. Я о чем хочу сказать. Прячется. Смотрите. Я стараюсь все время говорить. Всю косметику и парфюмерию, если я покупаю на сайтах, то в основном это сайт Натина или Дитана. Я подпишу и оставлю ссылки на эти сайты. Техника СМЭК, она в Италии продается на всех сайтах электронных, какие только можно, Медиаворд, потом Уньевро, СМЭК, все. Просто вбиваете СМЭК, и вам показывают все интернет-магазины. В коммерческих центрах вряд ли вы сможете купить что-либо, потому что в основном там представлены только товары, какие они есть. А если вам что-то нужно, вы опять делаете предзаказ. И потом приходите на другой день, забираете свой заказ в коммерческий центр. Ой, что еще хотела сказать по поводу секонд-хенда. У меня многие спрашивают, можно ли в Украину отправить. Да, можно, но смотрите, сейчас у нас немножко это все застопорилось, потому что мама здесь с Денисом, и некому рассылать по Украине посылки. Мама весной вот собирается поехать обратно в Украину, если все будет нормально, тихо, относительно тихо. И тогда она сможет получать посылки в Украине и отправлять их уже адресатам. Потому что отсюда я отправляю автобусом обычным, ну, который перевозит людей. Они принимают эти посылки. Если это одна посылка большая, например, ну, которая дорогостоящая. За 10 евро, конечно, я не буду одну посылку отправлять, потому что вам только пересылка обойдется 5-10 евро. А если какая-то, несколько вещей или одна, которая стоит дорого, конечно, тогда я отправлю. И тогда непосредственно водитель отправляет по адресу, который я пишу. А если несколько, то мне приходится сначала отправлять маме в Украину, а потом она уже рассылает по адресам. Я постараюсь возобновить Инстаграм, я его тоже подпишу под видео, потому что не выставляю сейчас ничего для украинского рынка. Ну, еще раз повторюсь, потому что нет возможности пересылать. Ну, чуть позже все наладится, я думаю. Мы гуляем. Сегодня хорошая погода, плюс 16. Мы вышли пройтись. Хотели взять с собой Дениса, но он отказался. Знаете, я люблю Тиволи, мне нравится этот городок, небольшой, красивый, на горе. Но есть одно но, что я ненавижу, так это местное время обеда. Когда вы в большом городе, ну, как в Риме, да, есть торговые центры, кафушки, там практически не бывает перерыв. В маленьких городках всегда есть перерыв, и всегда он с часу до 4. Это ужасное время, когда вот я пришла там с работы, да, или днем просто хочу погулять, полазить по магазинам. Я не могу, потому что все закрыто. Все закрыто. И, ну ладно, я понимаю, час, ну полтора, ну 3 часа, ребят, это, по-моему, занадто.
мне кажется. И вот мы с мамой вышли. Я хотела отправить посылку, не отправила, потому что до 3:30, до 4 все закрыто. Хотели зайти в ювелирку глазами пощелкать. Тоже нет, потому что все закрыто до 4 часов. Вот ходим, просто гуляем. Любуемся природой. Солнышко сегодня хорошо. Достаточно тепло. Красота. Конечно, я скучаю за Украиной и за снегом, но не так сильно, как раньше. Уже попривыкла за 6 лет и отношусь более спокойно. Уже как-то мне здесь комфортно. Поначалу, конечно, было время адаптации, когда мне все сначала нравилось безумно, потом меня все бесило. Я не выходила на улицу. Ну, а сейчас уже как свое, знаете. Тихо життя, знаете, никто никуда не спешит, все наслаждаются кофем, аперитивом, кофе, простите, и аперитивом. А далее рубрика для тех, кто на диете. Красавчики какие. Ну, знаете, здесь тортики стоят, вот такой вот тортик маленький, может стоить и 30, и 35 евро. Вот такой приблизительно 20-25. Ну, вот магазин, скидки сейчас, да? Он закрыт. Не работает. Послеобеденный сон у людей. Такое ощущение, как сколько здесь живу, столько и реставрируют этот дом. Ну нет, обманываю, конечно, первые 2 года он стоял облущенный, но вот уже 3-4 года его все мажут и клеят. Вот этот уголочек уже все время закрыт. Итальянцы вообще никогда не спешат. Очень все делают медленно, не спеша, наслаждаясь жизнью. Даже просто вот возьмем элементарное. Я вяжу свитер, да, мне не хватает ниток люрикса. Раньше, когда я работала в магазине пряжи, у нас так было. Если пряжа заканчивается, ты пишешь, звонишь и стараешься как можно быстрее привезти, дозаказать ту или иную пряжу, которой нет наличия. Здесь так. Ой, я позвонила, они сказали, у них закончилось, подождите недельку. Я пришла через недельку. Ой, вы знаете, подождите еще 10 дней, пока они ее изготовят. А ну вот так. Цветочки. Да, еще по поводу техники смык хочу добавить. На самом деле это не бюджетная техника. Она только из одного бренда. Знаете, как вот, например, Apple и так смык, они держат свою цену, свою марку практически никогда. Простите. Практически никогда на эту технику не бывает скидок. Когда я искала смэк тостер, Стелла говорит, зачем ты покупаешь эту марку, она такая дорогая, что в ней особенного, можно купить гораздо дешевле, но вот мне нравится. Сегодня иду я в поликлинику, потому что я уже, по-моему, говорила, нам нужно поменять доктора. Здесь можно так делать, если вам не нравится ваш терапевт, вы идете, называется тут такая организация АЗЛ, подаете заявление, то, что вы хотите поменять доктора. Ну, как подаете? Просто приходите, говорите, я хочу поменять доктора, и вам предлагают другие варианты, потому что здесь доктора, как они, как сказать, не в поликлинике работают, а, скажем так, в частном порядке. Кабинет, секретарша и приемные часы. Вы приходите, ну, конечно, нам нужна такая докторша, которая будет часто в Тиволе, потому что они одна в Тиволе, другая в Виладриана. У нас была до этого докторша. Мы от нее ушли, потому что она всего работала 2 раза в неделю в Тиволе. Неплохой доктор, но далеко неудобно время. С этой Массимо поругался. А так как мы все вместе к ней записаны, Массимо говорит, иди меняй нам доктора. Я затянула эту процедуру на 2 недели. Объясню почему. Потому что всегда там очередь. Там всегда куча людей. И стоишь по 2 часа. Последний раз я пошла с Денисом. Ну, просто там сверху наша доктор, психиатр работает. Ну, и думаю, заодно сразу поменяю доктора. Нет, какой там. Просидели 30 минут. Денис начал нервничать. И мы ушли домой. Теперь я иду снова. Вчера заказала. Сегодня уже пришла моя посылка.
как помните, я говорила, что заказываю нитки. В магазине мне сказали подождать минимум 10 дней. Куда ждать, когда зима заканчивается, а свитер горит. Сейчас подождите, одной рукой неудобно. Ура! Пришли мои две ниточки. Зелененькие, вот они такие, оливковые, оливковые. И что это мне еще положили сюда? А, иголочки пластмассовые в подарок. Ой, как мило. Первый раз я получаю подарочек от магазина пряжи Хобби. Вот так он называется, если кому интересно. И вот такие два моточка мне не хватало. Катя Гэтсби называется. Будем вязать. Как часто вы убираетесь в своем шифонере? Вот у меня Масима наконец-то убрался в своих рубашках. Я ему сказала, перебери, пожалуйста. Он две недели перебирал ящики с кофтами и брюками. А вот сегодня наконец-то перебрал свои рубашки. Так как нас сейчас в доме много и места практически нет, кто бы мне убрал в моем ящике? Косметички надо сегодня будет навести порядок. В косметике, в парфюмерии кое-что, что повыкидывать, кое-что помыть. Ну что, я так немножко прибралась, чтобы было понятно, что у меня здесь. Я как-то говорила, что разделяю духи на зимние и на летние. Вот это, кстати, у меня в зимних духах. Это Диптик Дуэль, Эдуэль. Мне нравится, я уже как-то говорила, это запах для меня такой хвойный, немножечко джин, немножечко чего-то сладкого, типа карамельки. Вот такой. Я покупала его еще в Украине. Как видите, пользуюсь, но не часто. Вот этот я как-то говорила. Я ловила очень долго этот аромат. Но не именно этот туберос, это не мой запах. На самом деле для меня это тяжелый запах туберос. Я им пользуюсь очень редко, и то зимой, летом нет, потому что летом он меня удушает. Это Mona Diorio. Я именно искала долго вот эту вот коллекцию, при которой она создавала при своей жизни. К сожалению, она погибла, умерла. Но тем не менее ароматы ее остались. Хорошая тетка была с хорошей парфюмерией. Довольно-таки стойкий, классный парфюм. Но мне очень хотелось что-то с розой. Я люблю ароматы с розой. В данном случае я нашла только тубероза. Но все равно это, знаете, как просто моя коллекция. Он стоит закрытый в одном месте с одной температурой. Солнце на него не попадает. Вот в таком виде. Я, если хочу пользоваться, пользуюсь очень редко. В данном случае это такой вариант. Если вдруг я захочу продать, я всегда его продам. Тем более, вот именно старый вариант. Очень популярный и сейчас достаточно дорогой. Далее. Я не буду вытаскивать пустые коробки. Там у меня в уголочке. Это Chanel Chance. Мне, кстати, Chanel Chance подарил мой друг еще в Украине. Я ей пользуюсь только летом, берегу, мне нравится. Ну, у меня парфюмерии достаточно много, и, в принципе, нет такой необходимости обливаться. Я, на самом деле, люблю парфюмерию, но обливаться я не сильно обливаюсь. Chanel Chance – один из моих любимых ароматов. Буду стараться вытаскивать на свет Божий. Это Aqua di Parma. Исключительно летний аромат. Это роза Анубили. Этот аромат, я как-то уже рассказывала, мне покупал Масима, когда я первый раз приехала в Италию. Это было в феврале, по-моему, 6,5 лет назад. Ну, не 6, да, 6 лет назад. 7 почти, или сколько. Уже даже не помню, сбилась со счета. 7, наверное. Немножечко облазит крышка. Как это было? Мы гуляли с ним по центру Рима и увидели этот магазин. Я давно хотела этот парфюм себе, но как-то рука не поднималась платить за него 105 евро. Тем более девушки, бедные украинки, после развода с двумя детьми, это было не по карману. И я ему намекаю, говорю, мне так нравится, давай зайдем посмотрим. Зашли, посмотрели, понюхали. Я ему так говорю, ой, мне так нравится этот аромат, я его обожаю. А он тогда, ну, я про себя подумала, если он купит мне этот аромат, значит, я выйду за него замуж. Если нет, значит, не судьба. Мы выходим из магазина, я уже подрастроилась, и тут он мне говорит, слушай, если ты хочешь этот аромат,
я тебе его куплю, если он действительно тебе очень нравится. Я такая, знаете, у меня в голове быстро мысли. Дают, бери, бьют, беги. Я говорю, да, я хочу. Он говорит, возвращаемся. Мы вернулись и купили этот аромат. И теперь я жена Массимо Дорацио. Идем дальше. Вот такой Belle d'Opium. Это единственный парфюм, который я люблю в Yves Saint Laurent. Belle d'Opium, только лишь этот синий, его уже давно сняли с производства, видите, у меня полбутылки, я его нежно берегу, использую только на праздники, как говорится, на Новый год и на Пасху, мне очень нравится, пользуюсь, видите, у меня все в темноте, в тишине стоят парфюмы, которые я очень люблю. Далее вот такой Пион Армани Prime. Это мне Массимо тоже покупал на какой-то из дней рождения, по-моему, или в первый год совместной жизни, или во второй, не помню. Ну, вот тоже. Это летний аромат, исключительно летний. Ведь я им пользуюсь, очень люблю. Хороший. Здесь 50 мл всего лишь. Вот, достала в глубине коробку. И поставлю коробочку черненькая. Пусть стоит, не портится до лета. Далее, Midnight Poison. У меня, к сожалению, только один дезодорант. Poison Midnight. Обожаю. Dior. Знаете, в принципе, люблю парфюмерию Dior. Не такой уж прям фанат. Но вот Midnight просто мой безумный фаворит. Я очень хотела купить когда-то себе туалетную воду. Но ее быстро сняли с производства, потому что нашли там какой-то мох запретный. И у меня остался только дезодорант. И, к сожалению, туалетная вода сейчас стоит целое состояние. И 300, и 400 евро бутылочка. Ну вот, хотя у меня здесь еще немало. Очень нравится запах. Просто такой, знаете, опьяняющий. Обожаю его. Берегу. Так, что здесь? Здесь я даже не помню, что у меня. Как говорится, понятно, что за что Монталь, но не помню какой. Red Oud. Маленький, 50 мл. Видите, что творится в Италии. Вот стоят, если они у меня в ванной комнате, все, это капец. Капец, извините за грубое слово, капздец. Вы видите, как облазят крыши бутылки. Ну, на самом деле, этот Монталь не мой фаворит. Мне нравится, это зимний период, но я не фанат его. У меня тоже где-то вот так, здесь половина. Я обожаю розовый эликсир. Розовый эликсир и, по-моему, пурпур, не помню, в ванной стоит. Сейчас вам тоже их все покажу. А, кстати, пока не забыла, вот такой у меня Шанель Коко. Я люблю Шанель и Коко, и Шанель номер... И вот Шанс у меня есть, и Шанель номер 5, я, как вы помните, Массимо мне подарил на Новый год. Вот такой. И у меня есть еще к нему рефил. Их всего, видите, это... Целый рефил, это уже почти закончился, их было 3. Вот такой у меня. Единственное, нет кофра. Я как-то ступила, когда еще была в Украине, не купила кофр. Вот видите, парфюм у меня, сколько ему, уже лет 10. Все такая же консистенция. Что значит храниться правильно? Кстати, вот у меня есть пробники, мои любимые. Нет, Армани нет, я нет, 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 это тоже нет. Вот мускус Раваш. Не знаю, как называется правильно, не видно, вам не очень, наверное, видно, как называется. Не очень мне понравился, кстати, мне нравится Flowers этой марки, это Фредерик Маль, очень хочу. И Лепестки Розы мне очень нравятся. Вот я менжуюсь пока, не могу выбрать, что лучше. Потому что вроде как цветы там, Порта, по-моему, как-то называется букет, не помню, извините. Вот слишком заезженный, а вот Лепестки Розы нет. Ну, а тут, как говорится, у меня маленький раскардаш. Я пью Беллини. Кстати, Полина, тебе привет. Ты забыла свою бутылку Беллини, и мы с Массимо решили ее допить. Беллини – это что-то сок персика с просека. У меня тут, повторюсь, вот это аромат Zara. Zara Home – классный аромат, мне нравится. Он очень даже прилично пахнет, и его слышно на всю комнату. Достаточно такой сладенький. Это моя шкатулка с драгоценностями. Вот. Dark Purpur. Вот этот мне нравится. Я его люблю. Пользуюсь. Это у меня исключительно зимний вариант. Шанель номер 5. Кстати, в последнее время забываю ей пользоваться, потому что стоит в коробочке закрытая, ее не видно. Вот эта бутылочка просто стоит у меня для красоты. Иногда я пользуюсь ей как освежителем воздуха. Если кто помнит, я покупала в секонд-хенде ее Меркатино Узата. Это Ralph Lauren. Старый вариант. Здесь хрустальная бутылка, красивая крышка. Почему бы и нет? Пусть стоит для красоты.
Далее мне миниатюры. Я обожала когда-то жем. У моей мамы... Ой! Все. А, нет, не все, еще поживет. Все в порядке, спасибо, зарядки. Когда-то у мамы было 100 мл, я часто пользовалась, но это, видите, уже все, конечно, испорчено. И просто так, как память стоит у меня для красоты. Обожала жим Van Cleef & Arpels, по-моему, Van Cleef, это марка. Очень мне нравился запах, я обливалась, душилась, когда мне было 16 лет. В конечном итоге руки-крюки, я разбила бутылку, и наша комната с мамой в спальне пахла этим ароматом. Ну, там, правда, было где-то меньше половины, даже третья часть. Все равно я плакала 3 дня, потому что понимала, что мы больше такой не купим. Мама на меня всеми кричала: не трогай мою парфюмерию, как обычно, знаете, у детей. Ну, тем не менее, мне бы с удовольствием я купила себе еще, но, к сожалению, их уже давно не выпускают, и вот такое это уже не парфюм. Далее тоже Paloma Picasso, тоже стоит в память, потому что мама моя любила Paloma Picasso раньше. У меня мама тоже была такая модница, ей разные фарсовщики, модники приносили и духи, и одежду, и вот один из них был Paloma Picasso. Классный тоже аромат, стоит просто для красоты. А вот этот аромат я, помню, маме подарила, когда мне уже было лет 18. Я не помню, у меня был молодой человек. Вот мы с ним подарили вот такой аромат, только большой. Мама не слишком пользовалась, потому что он слишком свежий для нее. Она тоже любит тяжелую артиллерию, но тоже стоит, вот видите, как память. Далее, вот такой Киллиан. Очень нравится, очень люблю. Его, кстати, он кисловат, но все равно очень вообще классный бомбовый запах. У меня... Я выбирала, конечно, у меня была возможность выбрать в Украине. Это Love, по-моему, нет... Criminal of Love. Очень люблю. Я его миксую вот с этим амуажем. Кстати, амуаж тоже мне купил Массимо на первый совместный Новый год. Кстати, я его покупала, что-то не слишком дорого. Мне повезло, была скидка новогодняя в Украине. Я его купила что-то в районе 120 евро. Здесь 100 мл. Тоже люблю, берегу. Знаю, сколько он стоит сейчас. Целое состояние. Интерлюд у меня. Но я еще хочу такой, знаете, вот этот огуречный. И, наверное, все. Я не фанат интерлюда. Только вот этот я обожаю. Масима говорит: что это за пряники какие-то непонятные с корицей, с гвоздикой. Я говорю: да, пряности, восточные пряности, просто бомба. Вот это у меня, как, знаете, гордость моей коллекции. И также Мона Диорио. Black Safra. Сафран я покупала тоже в Украине, пользуюсь тоже. Это зимний аромат, люблю его, тоже не то что берегу, ну пользуюсь, мне очень нравится. И, конечно же, Шалимар. Куда без Шалимара? Это вообще, это классика, это восторг, это тоже берегу, ценю и люблю. Трезор так для красоты. Как говорится, хотела перебрать косметику, но перебрала парфюмерию в основном. Ладно, это уже про косметику в другой раз. Идем дальше. Кстати, зацените разницу. Вот эти парфюмы мужские, вот, начиная с этого, это все парфюмы Массимо. У него больше нет, только вот эти. И он им постоянно пользуется, часто меняет, часто покупает. То есть как меняет, у него постоянно вот эти. Раз, два, три, четыре, это постоянно. И Гатридж, и Кельвин Кляйн. То есть вот это постоянно, на постоянной основе. Мы уже не знаю, сколько раз меняли Кельвин Кляйн. Я не знаю, сколько мы покупали. Это Гатридж, раз шесть, наверное. Ну вот это, по-моему, четвертый. А этот третий. Ну, неважно. Этот самый дорогой, самый любимый. И вот этот, кстати, вот Halfetti мне очень нравится. Хотя он пишется как женский, но для женщины, мне кажется, он очень тяжелый. Это мое, вы помните, Масима мне дарил на 14 февраля. Это я себе купила с первой зарплаты Ютуба. Это Сантал. Не помню, когда я себе купила, но купила. Вот. Вот этот розовый эликсир, обожаю его, просто обожаю. Я летом его им обливаюсь, то у меня уже вторая бутылка. Как видите, она уже истерзанная нарзаном, побитая, покоцанная, ржавая, но тем не менее. Потому что здесь стоит, здесь влажно в туалете, постоянно вода, всякая ерунда. Поэтому такое состояние у бутылки. Ну, это Алая, которую я купила в Египте, вы знаете. В Шарм-эль-Шейхе. Пользуюсь. Не так часто, как бы хотелось, но пользуюсь. И вот Шерги.
Я уже как-то его показывала, тоже очень люблю, очень нравится. Ну, на самом деле, вот он темный в бутылке, он вот он такой и есть. То есть это не поменялась фрагрантика, фрагранция, как сказать, вот такой он и есть. Ну, в общем-то, это все мои ароматы. Я, конечно, имею планы. Я хочу еще Ле Лабо. Я хочу еще Фредерик Маль. Это ближайший. Хочу Мемо. И что еще? Том Форд, конечно же, очень хочу. Айн на Самато. Вот эти самые такие желанные мои ароматы. К сожалению, они стоят достаточно дорого, поэтому я тяну с покупкой. И надеюсь, если вот мы купили уже билеты в Лондон, ура, ура, ура. Пока только билеты. Я надеюсь, что купим еще там Пенхалигус. Я хочу или Дракон, или Графиня Кошка. Ну, они тоже стоят больше 200 евро.